Могу сказать уверенно то, что эта серия была одной из самых лучших за все прохождение Мизери на тайниках, поэтому предлагаю завести побольше лайков, а также не забудь про подписку в случае, если ты еще этого не сделал. И про колокольчик тоже не забывай, ага. Ссылка на плейлист имеется в описании, там все серии. Желаю приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Ух ты, как ты поспал, конечно, прям ровно до 8, прям почти. В общем, друзья, это модификация под названием, вы догадались, Мизери плюс Ганслингер, и сегодня я вернулся на затон для того, чтобы наконец таки начать сюжет уже полноценно. Уже довольно-таки много мы времени уделили всему, кроме сюжета, и теперь, возможно, кстати, я смогу наконец-таки спуститься в тайники Алана, посмотреть, что там имеется, потому как у меня есть уже костюм. Но, по сути, самый жирный тайник Алана — это тайник на мосту имени Преображенского. А вот краски... О, медик! Здравствуйте. А, я вас не видел. Так, на, возьму тот фигню, но я не буду слишком много потреблять ее. Там лежит костюм. Там лежит костюм, а костюм у меня такой имеется, но тем не менее, забрать его, думаю, стоит. Банально продать или там, не знаю, что-нибудь вычнить. Так, мужик, здравствуй, да, я бы у тебя что-нибудь купил бы, допустим, ага, 1000 рублей, да пошел ты в очко. А у тебя хлебушек есть какой-нибудь? Нет, все скупили, да, мужик, все прям скупили, ничего не оставили, а? Какие, о, какие. Так, ну мне ничего на самом деле есть, только вот если только водичку сейчас попьем, да, наверное. И тут есть парочку тайников, которые бы также хотел обыскать. Есть просто уйма тайников, я посмотрел на лесопилке, есть много тайников на лесичке, да и в принципе везде. Так, про бизнес учеными давай-ка, 3 детектора Виллис, я хз, где их тебе брать, но скорее всего они у тебя в портаже также имеются иногда. Ну и с потрошками, конечно, у нас явно есть беды, так что надо бы как-то подумать. Но я думаю, то, что вот этого мне хватить, в принципе, должно, да. Вообще, также хотел себе купить какой-нибудь дробовик, но цены, конечно, такие себе. Ну, либо пистолет, но я думаю, какой-нибудь пестик мы можем в тайнике найти, с одной стороны. А дробовик мы можем получить, возможно, из какого-нибудь квеста. Ну, допустим, с квеста Зверобой. А, кстати, Гонта, я же сороку нашел, кстати. Надо было тебе рассказать о нем, ну да ладно. Сороку я нашел с удовольствием. Да-да-да, я готов идти на Химеру. Вот сорока, спасибо, 7500 дает там. Ничего себе. Да, чел. А я инструментики... А, я их оставил, серьезно. Кардан, прости, пожалуйста, я их забыл. Да, это, кстати, очень плохо, потому что на зон, может, я больше не вернусь. Нет, вернусь, подожди, в смысле не вернусь. У нас по квесту с галс-пушек нам нужно будет сюда возвращаться, поэтому вернусь, мужик, не переживай. И, собственно, есть смысл обыскивать тайники. Это факт, это точно. Эх, давно я не был, конечно, на этой территории. Блин, тут еще какие-то поти гуляют. Блин, потики, давайте я патроны 2000 потратил на них, а? Может быть, как-нибудь обойдемся миром? Я на вас не хочу напутать, вы на меня тоже здесь не хотите. Так, а погоди-ка, я нашел ему КПК шутника. По-моему, да, находил. Так, и надо сейчас ему тогда найти еще баржу, хотя бы. Никакой концовки хорошей, естественно, речи быть не может, потому что у нас прохождение свелось к дефолтному опуску, сука, тайников, твою бога душу мать, а контроллер вонючий, а. Мне, кстати, сказали то, что с пси-блокадой можно пройти квест с контроллером, да и вообще все, что там связано с контроллерами, можно пройти. Если ты имеешь на себе пси-блокаду. Это круто, это важно. Так, давай-ка я это сделаю. Безусловно, надо было тогда прикупить. Так, это собаки, что ли? Ну вот, вот как у меня узрели вообще, а? Варя. Ага. Господи, ну ты серьезно, ну хотя бы... Пошли нафиг отсюда, а? Вот чего нужно от меня? Жесть какая-то, а? Ну что за собаки такие, черти? Ах, ладно. Не буду отгружаться, у меня костюмы не покоцали, да? Покоцали, твари, плюс 6. Так, ну у меня есть, в принципе, тут кое-что. Как раз ради этого я эти вещи не продавал. Ну типа там они стоят копейки, а так вот сейчас можем спокойненько себя вычинить. И все. Так, имеется также такая вот штука. Сколько? Плюс 2%. А давай, чтобы до соточки таскать вычинить, все. Будет идеально. Давай-ка аптечку, наверное, сейчас примем, потому что твари тупые взяли меня и накосы. Ну какого черта? У меня аптечек мало еще. И здесь находим мы комплект для изготовления чего? Наркотиков или медикаментов? Ну, в общем, какой-то комплект находим. Явно полезная вещь, я так думаю. Так, давай-ка таким же путем постараемся сюда выйти тогда. Все, втекай. И нам бы как-нибудь к барже бы заглянуть. Там, правда, контрик, он меня, честно говоря, смущает очень сильно. Ничего хорошего в том, то, что он там сидит, нету. А чем мы нашли, подожди, это для наркотиков? Ну, не знаю, вещь вроде как полезная. Она 1200, может быть, стоит у торговца. Это окупает как раз-таки наши затраты, наверное, на вот эту вот ходку. На собак, которую мы потратили. Ладно, не будем, так сказать, мелочиться особо. Все, тогда к барже. И, кстати, там имеется почки. Ладно, я, пожалуй, отойду. Там имеется артефакт, который, возможно, нужен Гарику. Поэтому сейчас артефакты тут я буду искать. Вот. Опять же, они квестовые, поэтому вот. Также мне подписчик... А, тут химка еще, что ли? А, ну да, тут химка какая? Кого? Что ты там сказал? Не то, наверное. Ну ладно. Мне также подписчик сказал о том, что я могу брать квесты у бороды на наличие, на нахождение артефактов. Так, это то. По-моему, да, это то, кстати. Давай-ка сейчас... Ага. Куда? Главное. Зачем?
Блин, еще симка нет никакого, серьезно. Ладно, то мы сейчас дотащим до этого самого, до торговца, там уже посмотрим, куда мне это деть все. Блин, тут еще и черт ногу сломит, а, блин, еще этот артефакт подобрал, господи. А где здесь труп-то? Я еще бегать толком-то не могу здесь на самом деле, потому что не могу, выносить плохая. А еще артефакт имеется, кстати. На экране фриз. Так, артефакт, спавнись, давай. Не знаю, то не то, по-моему, нет, да? Нам не нужен явно этот артефакт будет. Камень цветок, зачем? Там момент мяса нужен и кровь камня, по-моему, поэтому до связи. А где трупешник-то валяется? Господи, я не могу найти его. Вот раз где-то сюда пришел, не могу найти труп. Ну тут что такое, а? Ну что, как так? А, вон он валяется, сейчас найдем. Сохраняемся, давай. Так, 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 так. Мужик, привет, что у тебя было? Это да, это классно, но я, пожалуй, уйду отсюда вот так. Ой, я прям, походу, под мутантов, да, вылез или нет? Я иду бегом сейчас, короче, этот артефакт сдавать, точнее, не сдавать, а просто хотя бы выжить его для начала, потому что он фонит очень... Ну, не очень сильно, наверное, все-таки. Ну, плюс 8, блин, такой себе. Тут уже без интрады, наверное, не обойтись будет. Надо себе что-нибудь купить в плане еды и патронов, да, это важно. Слушай, у меня имеется... Погоди, у меня есть 18 тысяч. По сути, я могу купить себе сайгу уже, на самом деле. Ну, почти. Надо просто чуть-чуть подкопить денежек. Поэтому, может быть, сейчас я как-нибудь совсем экономно поступлю, выложу, куплю себе еду и антирад использую. Все. Кстати, давай-ка, может быть, ты мне за КПКшник что-нибудь дашь? Кстати, КПК-баржи, все. Так, дай-ка мне еду. Так, давай-ка. Оп. Слушай, пав хороший, очень даже. Правда, видимо, это довольно-таки некачественное мясо, которое вообще есть нежелательно, в общем-то, да. Кстати, была еще идея насчет коряги, типа, закупить какой-нибудь этот самый ствол заказать. Ой, я ничего не продал, погоди, надо продать. Какой-нибудь ствол можно заказать, в принципе, и коряга на нас загрится. И в целом это тоже идея неплохая по обыску тайников. В общем, можно, что да, там? Попробовать. Не, не. Что там? Я тебе артефакт, ой, точнее, пронес 800, серьезно, чел, ты. Ну, допустим, гравий давай. Буду жать на терпение, почти что заказ срочный, нужно за двое суток уложиться. Ну, подожди, а где гравий-то искать, даже не знаю на самом деле. Это вот я сейчас взял и надеюсь, что... А что бы это за квест провалю, кстати? И где это гравий вообще может находиться? Мне кажется, что гравий находится в гравитационных аномалиях, в принципе, что логично, поэтому... Капец, я эти квесты, наказывая, Припять не выполнял. Вообще нет опыта никакого. Я помню то, что я один раз попытался как-то выполнить его, чисто по приколу. Так, можно костюмчик, в принципе, снять, я думаю. Хотя, чисто прикол, я решил этот квест выполнить, но там были сталкеры, их просто убил и все, и забрал у них артефакт. Я сейчас могу так же поступить, по идее, или нет? Ну, по идее, да, это же квестовая вещь, как-никак. По сути, это квест. Хоть и доп, но это квест. А вещи с квестов мы имеем право. Точнее, даже не то, что вещи с квестов, а это же, по идее, квестовая вещь, правильно? Правильно, я думаю. Так, ну, я вообще сомневаюсь, конечно, что вот в этой аномалии имеется как раз-таки необходимый нам артефакт, потому что слишком она какая-то такая дефолтная, что ли, не знаю, тут новички обычно тусуются. Но чем черт не шутит, с одной стороны, и да, артефакт тут имеется, прям это будет лютая удача, если тут будет нужен мне артефакт, поэтому... Так, давай-ка надеваем костюмчик и поехали искать. Тут тоже можно пройти. Ну, конечно, можно пройти, да, расскажешь в школе. А, так тут же эти додики еще... Твою мать, ну какого тле... Так, ладно, сейчас тогда нужно сначала с ними справиться, наверное. Только потом уже артефакты искать. Это бред, чего? А, два артефакта? Слушай, давай-ка я вот тут найду. Ну, тот, скорее всего, нихера и не нужный 100% как раз-таки. Медуза. Ну, это медуза, да? Подожди, точно медуза? Он еще, прикинь, прям в аномалии отспавнился. Ты че, рофлит, что ли, чел? Ну-ка, ну спавнись еще раз. Ну, давай. Что такое-то? Ну, я гравий вроде как помню в лицо, но это явно не гравий, по-моему. Это явно медуза. Я, честно, понять, вот гравий, они по форме просто похожи, понимаешь? Поэтому и сомневаться начал я. Боже мой, как все сложно-то, а? Не, слушай, нифига себе, так это аномалия не популярна, потому что она очень опасная. Тут что-нибудь найдешь. Даже не то, что найдешь, а тут точнее... Вообще, сложновато что-то искать. Так, вот давай-ка вот сюда теперь. Так, что это такое? Цветок каменный. Ну нахер мне нужен твой камень? Ну все, я, короче, просто так сейчас тут побегал, вообще ничего не нашел толком. Надеюсь, то, что здесь, кстати, никаких челиков не... Будет челики, но они... Но они нам враги. Так, а если я попытаюсь как-то просто... Ну не фриз, играю. По-тихому тут все обыскать. Так, тайник явно не здесь. Так, спокойно, чел. Где он находится? Тайник-то, я не понимаю. Так, тут должен быть тайник где-то, но я его не вижу. Короче, это бред. Надо сначала всех убить, потом уже обыскать. Тайник, где тайник-то? Ну почему карта опять не об... А, ну да, конечно, я еще не сохранялся-то. Ну понятно. Ну да, тиль.
Слушай, хорошо. Минус один, две пули в голову. Не, на калашников, на самом деле, реально. Я его даже не грейдил, кстати. Я не собирался этого делать, потому как деньги... Какие-то на другие цели я собирался вкладывать. Ну, ты серьезно? Так, ладно, пока они там тупят, я попытаюсь тут найти и убежать отсюда. Найти, попытаюсь, а что? Ну, тайник попытаюсь найти, но тут его, походу, нету, что ли, или что? А, нет. А, инструменты нашел, что? Хорошо, а тайник что, где? Может, есть тайник, кстати? А может? Ладно, все, тогда валим отсюда. Ну, что нам... Как ты прям вот, прям... Все. Ноль дамага получил по себе, надеюсь, да. Все, до связи. Ну, слушай, хорошо очень даже. Ага, расскажешь. Итак, я уже почти пришел. Ой, там война, я чувствую, там уже за артефакты стреляются, да? Нет, да. Так, кто здесь есть? Так, кто такие? А, ну да нет, котов отбиваются. Ну хорошо, дело хорошее. Я, конечно, помогать не буду, потому что зачем мне это надо? Ну слушай, кстати, если тут не будет артефактов, я не знаю. Ну там сталкер в сейве явно, кстати. Так что, скорее всего, он уже нашел артефакт, поэтому по аномалии, как говорится, искать нечего. Но сейчас котики могут его завалить, это будет здорово. Да, вон сталкер в сейве, явно это он, кстати. 100% это он его нашел. Я тебе гарантирую. Стой, ну-ка дай-ка поговорим с тобой. Потом поговорим. А мне надо сейчас. Да надо сейчас, чел. Чел, ты вот пока там такая суматоха, может быть, я тебя как-нибудь быстренько и шлепну. Так как-нибудь подхожу, такой типа. Не попал, что ли? Здравствуйте, чел, у тебя было грави? А, у тебя даже не грави. Стоп! А, да ты только. Погоди-ка, он нашел грави. Вот либо это по скриптам, ну, типа, было бы слишком просто, согласись, да? Типа убил челика и забрал артефакт. Но с другой стороны. Но он тут явно не просто так. Чел в сейве тут, ну, погоди, может, не верить, не ищет этот артефакт, кстати. Так, чел, вот что-то успокоился, кстати, погоди. А может, не ты нашел, кстати? Может, кто-то из них нашел? Ну, то вряд ли они не такие, наверное, опытные, как ты. Господи, божечки, кошечки. Фига себе, как она так сделала? Видели, что она сейчас сделала? Это бред какой-то, она просто какой-то дрифт сделала и на меня свернула и укусила, причем это бред, это вообще невозможно. Попозже к вам приду, пока вы тут разбираетесь. Пойду-ка я на железный лес, там найду, надеюсь. Ой, там будет контролер, там будет химера, по-моему, да? Там будет и бюрер вроде как, там, короче, все будут, по-моему. Поэтому... Ух ты, ёб твою мать. Понятно, уже обоймы нету, да? Уже обоймы нету, спокойно. Ага, расскажешь. Ну все, уже обои монеты, жесть, ну это какая-то... Просто 5 снарков вылетело на меня в самом начале. И цапнул каким-то образом, прикинь. Как ты меня цапнул, чел? Как? Ну пока все, ну пока живы, ладно, но... Если только 5 снарков, то это хорошо. Так, тихо, может поживешь, мужик? На армейску тебя так же еще. На козле не сильно, кстати. Но мне пофиг на твое воздействие, чел. Ты в мусе. Легко, кстати, было очень. Опять же, если был бы взрыв какой-нибудь, было бы сложнее намного. Но у меня нормальный костюм. А чё, ну как протереть маску мне? Или типа это никак уже? Слушай, что-то легко больно. Ой, чё я обыскиваю? Чё-то как-то больно легко, а нет никаких тут этих самых тайничков с лучем. Это штаник явно, да? Нет? Что? Почему? Ладно, давай вертушку осмотрим. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Как-то слишком легко было все. Ну реально, ну 5 норков это херня. Полтерд, я вообще молчу про полтерд. Так, тут это точно не обыскивается. А я это проверю. Я сейчас буду проверять все на этом свете. Так, это точно. Это не тайники вовсе. Нет, тайников как таковых, это очень. Ну, может и есть, просто я не знаю где. Но это не тайник. Что такое вообще валять? Динамит, ну и что? Блин, покоцали мне, конечно, эти твари. Костюмы, видимо, уже до такой степени, что. Ну, как у меня же книжечка есть, подожди, книжечка мне покажет, сколько. 88. Ну, конечно, твари тупые, а. Я, конечно, не надеюсь, но, по-моему, тут имеется еще один инструмент, я не помню, честно, но, может быть, и есть. Нужно будет посмотреть, так, тайники, но есть тайник, но не могу его обыскать, потому что нет наводки на него. Наводки, ну, спасибо. Да, инструменты, о, есть, серьезно, да, ну, спасибо. Серия складывается очень даже неплохо. А, так смотри-ка, вот сам мутант, о которых я говорил, именно они есть. Тут это кто-то такие военные, не знаю, кто-то, долговец, хироговец, неважно. Они, вот сейчас мне, кстати, повезло, это, наверное, не такой первый серьезный момент, когда мне по-настоящему люто повезло сейчас в Вейзере, потому что, ну, реально, эти челики на себя-то влекли бюреров, но бюреры не могу сказать, то, что сильный мутант, но с ними сражаться, честно говоря, не хотел никогда, поэтому это даже здорово, то, что они их завалили максимально просто круто. Так, давай сюда. Че, спавнишься? Пал, наверное, что ли? Чешо, иди как? Где колобок мне взять? Это кровь камня, нам не нужен кровь камня, нам нужен колобок, ломать мясо. Так, а вот сейчас мне очень даже стало интересно, потому что здесь все-таки имеется парочку вещичек, а точнее, тайники Алан тут есть, которые хотел бы я очень сильно обыскать, но не мог, потому что я дурачок такой газ спустил. Так, челы.
Но все равно маршрут не очень точный, поэтому, в принципе, на вас вообще пофигу. Так, давай сюда. Ой-ой-ой, как-то так и упал, не очень хорошо. Тут есть где-то еще парочка тайников. Допустим, вот тайник. Так, сберем. Пойдет. Ладно, военная карта. По-моему, это очень дорогая вещичка. Сохраняемся теперь. Химический газ. И че? Могу ли тут пройти? Тут зомбу заселились. Да, ну конечно, обмен такой хороший, да? Зомби на кровососов, хорошо. Не, ну в целом я могу. Ну, пройди, дай пройти мне. Дай пройти, чел. Чел, ты. Ну, я понимаю, да, что не очень хорошо, но я тоже хочу пройти. У меня что, такая офигенная химзащита, что ли? Да, ну да, хорошая. Реально могу, что ли? Ой, как страшно, с вами тут тусоваться, жизнь какая, а? Тут еще снарки будут, да? Так, сейчас главное две кнопки зажать и перепрыгнуть. Так, хорошо. Пистолетик, правда, убитый, конечно, но наградной ПМ. Это что такое? Это не Кавана, еще один. Ладно, хорошо, спасибо. Рубль будет. До связи, да, все, покедово. Ох, мы покосили костюм-то, жесть какая, а. Блин, это вообще нехорошо, ну ладно, ценой. А ценой чего? Ради тайника, ладно, опять же таки, блин. Ну это перегруз, не хочу костюм. Че за черт, а, снорк, откуда там взялся? Все, всех убили? А патронов не осталось, 5 пуль остается, жесть какая, а. Так, ладно, нам зачем пуль, нам сейчас нужно... А, 84 уже теперь, а. Ладно, хорошо, но 84-85, думаю, не играет немного роли. Хорошо, вертушка еще одна тут имеется. Я поищу артефакты, потому что, возможно, тут имеется нужный мне колобок. Это, конечно, вряд ли, но тем не менее, может быть, и есть. Так, у меня есть эти самые горбы на мне, горбы на арме. Че на мне? Так, имеется артефакт один. Ну-ка, что за артефакт такой? Это у нас... Ну, это... Кровь камня, нет, не то явно. Жаль, очень жаль. Но вот где искать этот артефакт гравий, я не знаю. Поэтому идея хорошая от подписчика, но реализовать ее довольно сложно. Так, тайник имеется. Вертушка обыскиваем, все, давай. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Найти причину перегорания электроники. Да камон, там аномалии, в конце концов. Ой, ладно, мы типа этого не знаем. Так, все, вот сейчас не было вылета, кстати, я думал, что какой-то fatal error, и все, у меня сюжет пойдет по одному месту. Ну нет, все хорошо. Так, ладно, текаем от седова. Тут аномалия, да? Да, нет, да, нет, да, да. Ладно, неважно. И у меня сейчас идея, в принципе, довольно-таки хорошая, на самом деле, попробовать сходить, возможно, на лесопилку. Блин, у меня этот самый экран запотевший, я знаю об этом прекрасно, конечно. А что мне тут делать? Протереть его нельзя, только починить, если. Он, видимо, такой запотевший, потому что запотевший, что бухсить-то все. Так, у меня есть патроны, кстати, для... А, е, подожди, может есть, стой, может он... А, нет, есть, погоди-ка, 13 пульт. Ёб твою мать. Вот тебя-то, конечно, не хватало, мужик. Вообще прям. Иду и думаю, а кого мне не хватает, интересно, а? И тут все даже такой навстречу. Ку-ку, ёпта. Есть 2 рубля. Я такой, да, есть, конечно, да, хорошо. Так, у меня. Ты меня вообще, да, на косов ждут сейчас мой костюм? Нет, он никак мой костюм, к сожалению, точнее, к счастью, не трогает, к сожалению, правильно. Кровосос еще впереди. Что? Я вообще в каком-то это гетто вышел с звезды. Так, все, я в кустик. Он по мою душу пошел. Да? Ну, короче, я, кстати, сын ты собаки, а ну ты какого лешего ты лезешь, а? Все, давай, забирай. Мы на драйв, пожалуй, поменяем. Мы поехали еще тайники лутать здесь. Их тут довольно-таки много зомбей. Тут, кстати, что-то я вообще не вижу ни одного. А, не, вон они шляются. Ну, в принципе, пусть шляются. Мне до них вообще никого дела нету. Моя задача обыскать тайники. Те, которые могу обыскать, да. Логично. Там еще здание имеется тайник, но что-то не туда идти. Ух ты, швейный набор нашли? Правда? Ух, это хорошо. Слушай, вот это прям здорово. Молоток, может быть, 2 плюс 3 на молоток. Вербужий гор плюс 7, плюс 3 веревка. Но молоток, наверное, будет побольше весить, поэтому давай. Плюс 14%. Ля, ничего себе. Сохранили себе. Ну, конечно, может быть, и не стоило это так делать, но пофигу. Мужики какие-то ходят здесь, шляются. Ну ладно, пусть шляются, так ты... А, ну там, походу, кого-то увидел, да? Давай-ка маленько подытожим итоги нашей ходки. Ну, вообще, ходка неплоха, учитывая то, что нашли мы инструменты. Так, вот только, говорю, что ходка неплоха, плоти бегут на меня, да? Да на меня ты... А, так ты еще живучая, оказывается, какая-то, да? Черт твою... Вот иди нафиг отсюда, пожалуйста, а? Ну вот не до тебя сейчас явно. Ну какого тебе надо, объясни мне? Беги уже, чел, беги. Так, давай-ка придержайся. Блин, капец, надамажил мне еще, падла. Не-не, я тебя добью все-таки, иди сюда. Ну-ка. Ну иди нафиг отсюда тогда. Патроны потратил на тебя, а? Вот только говорю, что ходка, в принципе, получилась удачной. Тут какая-то почта из какого-то, не знаю, угла влетает на меня. Здорово, Гал, типа, что, удачная ходка у тебя? Я вижу, конечно. Так, для начала самое тяжелое дам тебе. Во-первых, найти инструменты. Для грубой, для тонкой. Дает нам 2800. Хорошо, спасибо. И что-то мне дал еще там
Ах, это что-то дал мне, видимо, да? Видимо, да, дал. Так, теперь к тебе мы подходим. Ну что, есть что-то новое? Насчет детектора, где можно идти? Не знаю, где хочешь, там и ищи. Ну, спасибо за информацию. Так, хлам даем тебе. Имеется вот у него какой-то костюм, кстати, крутой, типа, но... Зажигалку отдадим тебе, ну такое себе, 2000. А, нет, 4000. Нет, 4000 тоже нормально. Плохо, мы окупили сейчас, по сути, хотя бы себе патроны, наверное. И можем себе купить, кстати, дробь. Вот, точнее, дробовик, но... Нет, я, наверное, этого делать не буду по причине того, что, возможно, все-таки... Так, а, я тебе еще, кстати, принес вот эти вот штуки. Карты мест, ну хорошо, да, спасибо. И на этом тебе надо поспать, грубо говоря, 14 часов, плюс-минус. Конечно, можем мы с голода помереть, я так предполагаю. Сколько времени сейчас? 4:46, блин, надо 13 часов было спать, да? Хорошо, давай 13 поспим. Я готов? Пойдем, все. Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Спишь, тварь. Ну что, привет. Ой, тебе. Это плохая граната, я знаю. Это была ужасная граната. Забей. Я не хотел этого делать. Я, кажется, совсем не то сделал. Не потому попал. Так, ребята, мы свое так, дело сделали. Нормально? Пойдет? А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Скажешь ему, что... Ты какой херню сейчас сделал, боже. А можем я до... Мужик, мужик. Да, пойдем. То сдал, хорошо, спасибо. Боже мой, дал тазик. Спасибо за тазик, мужик, конечно. От души за подгон. Тазик это лишним не будет, конечно, да, но там вообще ржайка была, конечно, с этим вот. Ой, боже. Чё, балец, спит, херит, Жекан, бэп. А, Жекан только стреляет, что-то серьезно? Ну, а, нет, фух, спасибо. Я долг не дал ствол, который стреляет только с Жеканом. Дроби тоже стреляет. Ну, это было очень смешно вообще. И всем до скорых встреч, еще увидимся и пока-пока. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Солнце, что весной забыл.